Здравствуйте, меня зовут Сергей, фамилия Друзьяк, мне 33 года. Первый раз я попал на съемочную площадку, когда был еще совсем юнец. Я живу в Ялте на 5-м этаже, и выше только крыша. И вот мне почему-то хотелось установить, ну, разобрать черепицу и вот на вот эту плоскость крыши установить троллейбус. Доедешь из Симферополя и только вот заезжаешь в Ялту, наш дом видно. И было бы видно, что стоит дом, а сверху стоит троллейбус. Ну, такая была мечта. И думаешь, как здорово, у них есть свой конь. Не может быть неинтересно там, где девочки дерутся на рапирах. Фобии. Так вот, к чему я это рассказываю. И на видео видно, что слон забивает гол, и уши растрепанные. Вот это чудо. Здоровая, агрессивная зависть в этот момент возникает. Хочется тоже туда попасть и увидеть это воочию, услышать этот шум, эти летящие капли. И я видел лица зрителей, они такие... Ну, это было просто грустно и никуда. Вот такой был момент. Но это же не расскажешь зрителям. Зрителям нужно увидеть здесь и сейчас результат твоей работы. Это переломный момент в жизни. Наверное, повлияло именно мое попадание в театральный класс в Калининграде. Как будто зеркало, но стекло. И он ее убивает, и в этот момент по стеклу течет кровь. Это было сильно. Спасибо, до новых встреч. И пусть вам снятся хорошие сны. Сны. Ну, правда. Вот. Р всегда была такая задорненькая. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.